Надо просто понять, когда лучше стаки скидывать, сколько, блядь, оптимально мне держать последнее моби. Вот это мне уж 20 надо выяснить. скидывай сразу бабу, и все. Пока Меня сейчас тут. на 5 не прохилили, типа. Пока тут 1100 хосты, но при этом я еще иногда надеваю сапфир солнечник. 20 не подержу, Ну, 100 но бабы не отхил ставлю. печать ставь, хуй знает. На 5 сдох сейчас. Ну, может, не 5. Ты меня на 5 поменял. У меня уже 5 было, прибежал. Ну, может, 7 было. Ну Точно не этот, помню. кто он, блядь, поставь еще на 2 спасения, на себя хуярь, там, на 20% снижения дамага, или что там есть еще. Может, поможет. Пока тут. Смотри, почему так много хосты. Потому что 66%, ну, где-то 60% у тебя идет в 4 Т5, это звездный огонь. И всего лишь процентов 30 идет гнев. Я знаю, мне кажется, просто в информации от Нет, смерти гнев не тратят некорректно урон. ГКД. ГКД на Некорректно Сирусе урон где-то 0,8. отображается. Что там какие-то копейки написано. Не могли они меня убить? То, что там написано. А ты Типа, не на могут. время посмотри, на секунды. Какие там секунды? Я ж скинул, там есть секунды, посмотри. Смотри, ГКД, гнев тратит ГКД только когда Гера, Вон, ты и видишь? только когда стаков 10 на солнечный. Но так как 800, под Герой, 1014, ты все равно 11К. бьешь звездным огнем. Ну-ка еще раз скинь, не вижу. Сейчас. Там типа цифры смешные. Во время луж, ребят, повторю, не притягивайте мобов. Там в этот момент хилы перебегают, и, допустим, кастующие хилить не могут. Типа, что там так дамажит, если эти тычки по 11 тысяч, что остальное урон на 0? Что, блядь? Может, он не все записывает, кто знает. Да это последние, сколько там, блядь, моменты. Это надо в рекаунте смотреть, детали смерти. Все равно, типа. Добили-то слабые тычки. А ты так, у тебя показывается, ну, на экране, сколько, типа, по тебе он бьет? 20 тысяч, Наверное, там да. 30. Ну, видно, да? То есть желтые вот эти цифры. Я не смотрю на него. Там так-то тычки не по 10, побольше уже. Победа близко. Так что это, давайте. Немного этот, кнопочки понажимайте, и будет победа. Акават будет сегодня? Ну, сейчас не повезло с дебафами. На самом деле уже... когда мы на третью перешли, я уже прям почувствовал вкус победы. Ребят, давайте, надо убивать. Вчера тоже У нас вечером. на первой фазе до Берсы много остается, Лех, вообще нет? 2 минуты. Да хуй еще. Может быть, покомандую, чтобы шипешники гимны на манны свои отдавали заранее, как бы, чтобы Охуенная больше идея. манны был за... Чтобы они тебе отдали гимн, им надо абсорб. Да. Без проблем. Абсорб у нас на всех практически висит. Если они на себе видят щиты, они могут в любой момент кастовать. Не Потому что так, не я так. Не, вешаю Элбрил. пока. Элбрил, пожалуйста, вот смотри, как это делается. Вот ты кто, ДЦ? Правильно сейчас? Да. Кидаешь щиток и называешь ник, и говоришь гимн на ману. Вот так будет проще. Потому что щиток, если он собьется, он не дочитает гимн, просто профита не будет от гимна. Это ясно. Проще будет, если ты скажешь. Насчет Хорошо. гимнера говорить сразу. Ты даже до того, как кинул на человека щиток, говоришь, просто гимн на ману закончил, говорить сразу кидаешь. Он тут же читает, ну то есть через секунду. Ген, давайте инора примерно на 30% у босса. Там как раз и хилы просевшие, и там как Я раз не идет понимаю, прокат. типа, мне, ну честно, не до этого смотреть, у кого сколько маны и Не, кому вот, на забивать. 30% босса ты вот за боссом же следишь Вы по примерно. своей мане, вот лично ты, например, хилишь, вот у тебя 70% маны. Да, Да, сказала, я заходите. сразу залил. Типа, мне залить сложно, мне нужно, чтобы вы сказали, типа, я залью.
А как же я тебе, Полина, больше не закину имя? Забудь, прости, для тебя говорю, Элбрюм для тебя. А, ну да, ну да. Заходите. Вы слышали, да, все? Рыбу ставлю. Ну давай, да, на огонь, говори. Не, Гимнов тут реально дохуищен, ты посчитай просто. Япончик, Неликс, планета, Элбер. Дайте шкаф. Шкаф, выпей, дайте. И посмотри, изменится, нет? Кому-то нужны, нужно кому-то зелье сумасшедшего алхимика? Сука. Давай мне. Девки трей. А остальное дай. Вах. У кого есть там алхимка, привет, дайте. А, лол. На планету, давайте заходите. Ты типа выше не... Полина, у тебя есть? У меня пока 20 штучек. Элбрил, у тебя есть? Или у тебя нет алхимки? Что ты говоришь? Зелье сумасшедшего алхимика. Дает. Есть, но я обычные бутылки на ману пью. Петь. Если что, у меня типа 3 стака с собой есть. Если есть алхимия, то просто флакон пить, наверное. У меня 11 штук есть. Чё, думаешь, их лучше пить? Они больше регенят. Плюс, ну, дополнительный эффект могут дать. И убрать сопрот, да? Нет, они дают как препод. Ну, типа, например, там, зелье дикой магии или там какой-нибудь препод на какое-нибудь понижение. Библ здесь, планета Библ. То есть вот, смотри, я сейчас, например, выпил бутылку, да? Она накинулась. Я знаю, она дает баф рандомно. А, у меня зелье безумного алхимика сваляется. Оно слабее. Оно слабее. Бафы даем. Нихуя. Ну смотрите, это что, зелье саппорт, что ли? Да, только он что-то не работает. Надо писать багарепорт, чтоб делали его. Потому что аура, когда включена на огонь. Спасибо. Тихо, это зелье заменяет лапу друид. Если у них пара-пара-пам. Жена его смотрит. Какое? В смысле лапу друида заменяет? Вот так ты хотел думать. Что вы больше не нужны? Лапа друида дает сопрот. Нет, смотри, вот сейчас Монород сказал, что у него дало резисты, кроме огня. Нет, там именно типа резист на поглощение какого энного количества урона той школы, например. Все, давайте потом про это поговорим. То есть ты можешь купить, ну, типа припор, там 6000 урона от магии огня. Задница всем, у нас сейчас босс. Кирс готов, Женуэн. А что же вместо кого зашел? Планета. Пока что. Мяка на перед перифазой сначала анкил снимет, ты будешь снимать, когда уже наверх. Проверку еще раз. Гимбал, перс. Жена, ну бери этот увеличение. Все, тихо, тишина и, блядь, нормально, давайте. Поехали, 3, 2, 1, куда? И встань к нам. Раз. Не ДВМ заработал. Ложе, встаньте ближе, блядь, луна висит. Япончик, жену Эн. Раз пошел. Побежал. Таун. Где таун? Ты забираешь кусок. Два моба под боссом пускай взрывают. Тормознить.
Два заходит нормально. Все нормально. Двое пускай заходят. Пять секунд заберу. Забираем. Босса дальше проводить. Трап отпустить. Ближнего банну уберите. Перебаньте там заднего. Поднимаю. Отпусти Blizzard. Давай подстрахуешь. Попозже. Забирай. Что выдохнет? Звезда циклон заходит вместе. Алекс, дай гейс. Прозарь Долаймер. 10 секунд заберу. Иди. Ладно. На костинник. Все, забираю. Жена, переконтроль, дай другие корни, по дальнему. По любому дальнему. Гимн на ману начинает. Сыр будет, да, сразу. Этот бан один отпустить. Пускай заходят два бана. Дальше босса, да. Еще можно дальше провести. Дальше. Здесь мобов будем сливать. А с берег. Отпусти Blizzard. 12 лямов. Стопайте, стопайте. Раз пошел. Стопните. Забежали. Все.
хил рейд, еще один должен дойти. Переводим. Просто просто уйди. Скоро они тоже зайдут. Резьте ману в лужу белой. Переводить. Что-то я проебался. Тим. Ману. С мосса заберите, по возможности. Сука, ебан. Сейчас поднимемся, встанем, гимн дам. Там тотемы поставьте. КД. Это нормально, фулл мана. Фулл мана у всех. Че, идти с мосса забирает? Не надо. У рейда рассеянность. То бишь дизарм. Второй ярость. Третий. Третий слабый, сарказм. Сворачивайте того, что мы народ получит. Народ, не забывай так. Мама ласкинки. Перья пошли. Перебежали. Лужа. Ману резать. Два бана всего дайте. Два бана и никаких контролев. Один заходит с нашей стороны. Отпускайте баны. Перья перебежали. В луну. На следующие перья в стенку отбегаем. Просто в стенку назад. И анкил, вот эти, где сейчас лужи лежат, вот их по ним даешь. Перья пошли. Отбежали. Ладно. Все. Добивайте. У нас два. Добивайте. Кого законтролил я? Парочку можно сюда запустить. Диспел, мосс, мосс, диспел. Все, пошлите дальше. Этот на агро. В луну встаньте. Лужу дал, без эти ману. Бан отпустите, звезду отпустите, бан. Перья пошли. Ко мне поближе подойди. Перебежали. Двое заходят. Перья пошли. Ворота. Перебежали. Ворота сел. Один, два. Прости, Нордал. Стопайте своих. Купол заранее чуть-чуть озвучиваете. Ворота просил. Полина, здесь ты станешь массу узнавать. Просил массу себя. Перья пошли. Перебежали. Народ просил. Монорота поднимите. Блять, БР Санте же, наверное. Нету. Осталось 20 секунд и сможем поднять ману. Добивайте. Мазера, если есть бракон. Красный стать. Кто стоим на месте? На месте стоим. Стоим. Побежали дальше. Побежали. Стоп-каст, этот стоп-каст, третий. Сейчас служу там. А ну Браску, прохи. В луне стоим, в луне встаньте. Давай.
Пойду последнего заберу. Сука, привали. Забираю. Двое заходят нормально. Гимна на ману нет, прорвали, суки. Один дал. Лёха на хп отдал гимн. Последний фер. Последний. Тут кас стопать надо. Двое заходят. Перья пошли. Раз, коври. Перебежали. Двое заходят. Я служу, да. Если что, там откинь ферзь. Пускай доходит, звезда, пускай доходит. Да лужу, да, если тебе. Еще один. Каст. Еще там следом. Перья, аккуратно. Перебежали. Еще лужа. Бьете этого кидера. Дальних, Близзард. Даже купол есть. Пускай заходит. Идите. Да хуя, у Войда стаков, да хуя, можешь это менять? Раз, поменяй Войда. Купол! Блять, фениксов до хуя. Блять, отпускай. Контрольте. Крик. Перья пошли, аккуратно. Так, пизда. Перебежали. Дайте лапу хотя бы что. Осторожно. Луну в луну встаньте. Крик. Пускай зайдет. На хп сдайте шп кто-нибудь один гейм. Потрачу. Ваза ходит. Сейчас добивайте. Всех вместе анкил держишь. Вот в этой пачке всех держишь. Прям всех держишь. Бегу. Понял. Перья. На месте стоим. Перья. Перебежали. Лужу дал тут. Сейчас заберу Лёха. Абсолютно всех держи. А это фир. Это фир. Сука, поймал фир. Давай. Луну. Геру дайте. Геру? Вернулись. Фир. На Феникса смотрите, фир. Башня этого пидора. Да, ну на. Фир. БР есть? Амир замедло, ебаш. Перья пошли, аккуратно, перья. Перебежали. Сейчас фир скоро будет. Фир. БР есть у кого? Да хуя, пойму. По пианисту даю БР. Нормально, есть маны. Сейчас лучше. Не поле зрения. Не дашь. Скоро фир. Сейчас дам лужу. Сердечко бьется. Этих надо откинуть. Бить этого пидора. Перья пошли, Перья. Аккуратненько. Налево в угол перебегаем. Налево. Отвернулись. Фир. Блять. Еще лужу дал. Откидывайте. Контрольте. Сука. Идите заберите кто-то. Фир. Пойду подтягивай. Блять, откидывайте их, пожалуйста. Купола дай. Фир. Вернусь. Элим, откиньте, кор. Откиньте, да. Кор не дается, откиньте. Перья. Фир. Вернулись. Хуярь. Пиздец. Стоп. Блять. Блять, ну слишком. Сука. Слишком дохуя мобов. Они нас. Просто фир. Это был просто фир, и мы. А сколько ты бежал? Не, красавчики. Сука. Может в конце всех фрагмагов кинуть на контроль? Тихо. Нам надо, чтобы с фиром был первым. Потому что сейчас последнего зергануть не получается, потому что он с фиром. И дохуя. Потому что люди начали все фиры ловить. Вот и все. Если бы не ловили, может убили бы. Там, блять, просто фир. Половина рейда, большая половина рейда бегала в фире. Я вот ни один фир не поймал, например. Кто почувствовал победу, ребята? Пошли чувство победы, блять, давайте еще быстрее. Сердечко забил. Я пиздец, нахуй шров поймал. Да, обидно. Я
Я пухать пойду, пацаны, только давайте убьем. Давайте, давайте, давайте. Лесы. Не, по контролю хорошо, молодцы. Данечко вообще, сука. Даже Нэн. Да. Меня вот же Нэн, вот нахер ты это убегаешь, блядь, в сторону. Бегай в луне. Ты сейчас в сторону убежал, там лужа, блядь. Поднасрал там. Не знаю, вообще во всем виновата сова. В луне бегайте, все анонсит, все это. Вы как тараканы просто. Там в конце разбегайте. Побежала по упати, хрен пойми куда, и пару человек в это, в угол побежала. Вот и все. Какая разница, куда побежали, это метка прям по центру. Не-не, понимаешь, прилетели бы перья в угол, там бы треш в углу бы был. Они... А прилетело в центр, и там в нем стояли люди все равно. Потому что не отбежали. Вот пока что пойду схожу, тренирую. Там, видишь, кто-то отбежал налево, а кто-то направо. Так, вот именно, но не упало ни налево. Где? Я ж тебе говорю, а упало по центру. Понимаешь? Значит, не успели отбежать, вот и все. Так скажем, что первый, второй должен быть сфером. Если мы хотим убить босса, первый или второй должен быть сфером. Да и последний был бы дебилем. Если эфир... Ну, может быть и последний. Ну, блядь, если эфир не ловить, только там. Понимаете? А вот этот... Второй дебаф, который... Вот первый как тренька с феникса падает, а второй дебаф, который настакивает, это от чего? Агро. Агро, это который... А что он делает? Не помню. Он выглядит... Знаешь, на что похож он? Вот, как у фаермага, вот талант поджигает. Да, который поджигает. Этот АУЕшка, столб, да? Нет, поджигатель, вот талант. Вот это он от чего такой этот? Поджигание? Да, так вот это картинка, Феникс. Вот как у поджигателя. Это ты танчил моба и все. Нет, это от Феникса выглядит как тринька, такая лапа. А там еще вот дебаф, вот как картинка, вот у таланта у фаермага. Посмотрите, вот такой. У них у каждого есть большой каст, вот когда он накладывает на тебя там какой-то, и вот, вот такой значок. Блять, как сейчас, сука, чуть сердце нахуй не вылетело его просто из груди. Так я танк, на меня стакает. А что с ТСС да есть, или у Полины было встать? Чего еще раз? Я говорю, хорошо, что СС завесили, блять, по мосте, но у Полины было встать. Этот лайн был... Этот лайн бы был раньше, если бы у них это... Да вот на третью, четвертую платформу надо СС кидать. Да. Тут у нас в рейде все равно сейва больше. Они просто сдохли, резнули, у них дебафы на монореген спали, и потом им по чуть-чуть мана отрегенилась, и они дальше продолжали. Так это лайфхак, хули. Лайфхак это с танка стаки скинуть, умереть. И по это ШП по манне, когда гимны будете давать, будем давать, знаете, когда эти взрываем всех мобов, и после там урон не проходит. И щиты буду кидать, и уже будем говорить. Чего, япончик? Я вижу, что... Да, когда элемы все взорвались, и все. Но если ты видишь щит, тем более, да. И у тебя еще ко второй откатится файл. Короче, я вам так скажу. Ена, смотришь первые две платформы, пока до моей добежите. А я смотрю эти платформы, потому что я отвлекаюсь на вас там, блядь. И иногда даже не успеваю смотреть там за... Ты за собой смотри, типа... Этот, и сейчас по мане вообще четко было хорошо. Я там Мосу дефол, ну, грубо говоря, и, блять, еще на вас, грубо говоря, Моса, стой поближе. А че ждем, у меня, блин, фаска тикает. Типа первая, вторая, забей. Там нормально все, я могу. Ну, я лучше. Понимаешь, я первую босса танчу, вторую танчу, еще, блять, за рейдом, сука. Знаю, меня на второй платформе лупит вообще очень больно, мне страшно, блядь. И там будет тебя лупить. Я уже обсыхаюсь. Ой, уже... Мать 23. Так, стал. Это, смотри, Жунен, слышишь меня? Жунен. Библ, ты смотри, на какой тебе дебаф вешается. Если
агро это страшно. Если на физ урон, это еще страшнее, а все остальное не так страшно тебе. Жаден, ну блин, слышишь или нет? Давай быстрее, кое-что нужно обсудить. Лайфхак фонтан, кстати. Если вы все, вижу, слышу. Смотри, да, я скажу. Это, если вы притворитесь мертвым по окончанию этого большого каста, на вас дебаф не повесит. Пускай они могут поймать дебаф и притвориться, и он скинет. Они не повесятся, зато повесятся на кого-нибудь другого. Да, повесится. Потому что ну, на 20 людей однозначно повесится. 5 будет избранных, которые без дебафа. Типа лучше поймают какой-нибудь на монорек. На минус, ну там, маны, а ничем, а какой-нибудь хил. Урон. А ты кошку смотри, банишь, попробуй вместе. Дайте я скажу кое-что. Женем, если можешь, не знаю, просто можешь уже поставил. На первую фазу корни ставь с маленьким таймером. На вторую, либо ставь тоже с маленьким таймером, на переконтроле. Либо, ну, с большим таймером ставь корни. И еще такой момент, смотри, вот, например... Ближний, вот ты законтролил ближнего, да, дал корни? И получается, смотри, объясняю, вот ты ближнего дал контроль, он стоит, если да? К боссу никакие не идут, но идут, например, сзади. И вот этого просто дай реконтроль по дальнему мобу, чтобы там маг отпустил Близзард, тогда моб, которого ты в корнях держал, он сразу пойдет, ну, к боссу. То есть ты реконтроливай тоже. Если видишь, там, например, твой в корнях стоит ближний, просто дай по дальнему контроль, и тогда твой пойдет босс. Все, сорян, тут. Дай прото, я релог. Почему бы не давать на последнем прям фениксе, когда их уже дохуя, и мы понимаем, что мы их не сольем, а фениксы, не давать всем трем фростмагам Близзард? Ну, народ, если ты не видел, шанс, что я их примарал. Но фишка какая, там маги кидали фростнову. И из-за этого я не откинул пару раз. Неликс, Мозер. Потому что Фростнова была. Заходить? Да. А давайте, знаете, как сначала они подходят, если вот так же кучей. Сначала кто может, тот откидывает, а потом уже контролить. Ну да, это тоже нужно это, так скажем... Надо это санонщить просто. Типа. Да, ну, хорошо. А то мы попали в такой тайминг, они дали Фростнову, я откинул. Типа никуда ушло. Еще, ребят, пожалуйста, анонсируйте стоп-каст, а то я кастовал Blizzard, поймал стоп-каст опять и чуть не вайпнулись из-за... Крик Феникс, там 2 секунды. Видите, да, Крик Феникс. Да, ему... Просто он у меня не в таргете, может быть. Какой именно это? Ты ну да-да-да, ладно. Я стараюсь касты анонсить, но тоже, типа, я не машина, я могу проебать. Ну да-да-да, понятно. Бежали к боссу, к мобу? Нет, он отдельно стоит. Пиздежа, пожалуйста, поменьше во время пула, не по делу. Дайте, блядь, тишину просто и делайте, что надо. Поехали. 3, 2, 1, блядь. На мне луна висит, народ. Танки, вы смотрите, вы на повороте. Босса дальше проводите, потому что РДД получается слишком напереди стоит. Алекс, не делай так. Вот дальше на повороте вот проводить.
Отпустите бан. Забрал. Вот дальний в бане стоит. Розария дал Эмер. Дальше босса проводить. Ребафы дайте по нас. Еще СС. И еще один СС дайте, второй лок. Есть. Пускай идут вдвоем. Немножко ДВМа, народ, возьми, там РБД близко стоят. Суперия полетят в них, будет пиздец. Там 5 секунд заберу. Забираю. Дайте контроль, 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 там 3 идет. Нормально. Держи в Близзарде их. Можешь не держать. Звездочка бан. Трапу отпусти, отпусти трапу, Мазу. Начинайте сдавать гимн. Кто? Раст. Албрила ноль. Я у нас не ушел. Пора бы забрать. Близко стоим РДД. Все, можешь Близзард не дену, не держать. Я убрела, но эти гимны. А что за зад пускать? Пускать я буду. Взрываются, собьет просто. Сейчас вот как мобы кончатся. Нелик, сдашь? Я давал уже, и дал нормально. Я следующий сдаю гимн. Япончик, давай сейчас тогда. Опять Инер по Розарии дал. Забираю. Контроли, контроли, дайте. Сейчас там дома будут сливать по акции. Так что, мы его переводим подальше чуть-чуть? Стопните, 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 стопните. Нам нужно впустить этих. После коста надо переводить. При этом слить еще пару мобов. Пускай два моба заходят, забаньте два. Еще два моба. Отпусти, отпусти, отпускайте бан, бан отпускайте. Бан, 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 переводите. О, притин. Чё, мосту заберём? Бежим, бежим. Пошлите. Тут лужи, да, ману порезать. Чё, ещё один зайдёт. В корнях стоит. Ничего страшного. Также, смотрите, вот
4 моба у нас появляются, 2 бана и все. Мяка, дайте, давай я сейчас стать, гимн сдам. Потом ты будешь. Если тимана в луже, в луже, в луже. Масса поближе ко мне находишь. Мяк, слышал? Станьте обдал гимн. А то потом мне не будет возможности. У рейда усталость. Да, отлично. Фир, второй какой? Слабость. Это стоп-каст. Третья рассеянность. Все, третий дизарм. А там уже похуй. А мне слабость. Он может... Стоп, тихо, ладно, все, тихо. Перья пошли. Перебежали. Таун после крика, мой народ. Два бана. Только два бана. Фир. Перья пошли. Перебежали. Бан отпускайте. Раз, кайф. Фир. Блять. Все словили, по-моему, да? Да. Тихо. Лейте. Фир. Перья пошли. Перебежали. Фир. У нас три. Хильте. Добивайте. У нас три. Снова в контроль у нас. Все за контроль. Пошли дальше. Заходим. Этот стоп-каст. Кастует. Забрал. По воздуху пускай тоже заходит. Так, сейчас. Звездочку бан отпустите. Как-нибудь. Стоп каст. Пойл брел удал иннер. Перья, перебежали. Лужи ману резать. Двое заходит нормально. Заходит. Зато стопайте одного. Стоп. Розарию поднять вас. Хил. Даю гимн на хп. Меня его било. Блять. Садинок. Некуда. Перья. А все, нет, тут все хилы лежат, ложитесь. Да не, пейте. Да нет, ты че, все лежат, и танки. А, ладно, я вижу. Не надо, говорит, два застопайте. Типа, блять, у нас треть. Вот с одного убила Полину. Убила Розарию. Почему их убили? У нас не заходили, у нас все в контроле были. Я понимаю, у вас два зашло, и у нас получилось три, блядь. Вы, а вы по своим дали контроль, что ли? Я не сразу убила. Если появляются у вас, там... У нас три появилось, понимаешь? По одному контроль, по одному. Да, мы по одному дали контроль. Потом этот один, блядь, в корнях стоит. Не надо, блядь, корни давать массу. Лёша, меня не сразу убило. У меня осталось 5%, а и последний добил. Апатия. Ну там секунду, там даже коста не успела. Блять, я не знаю, три моба вас убивают, но это типа, Моса тоже выстави корни, там... типа, с минимальным таймером. Там помимо этого еще ешка от босса идет. По 1002. Ну я понимаю, но, блядь, три моба их убивают. Печально. Я могу талант поменять, если время дашь. Будет сейф у меня. Блять, вы понимаете, что вы на этой платформе должны просто жить, блядь. Я уже 1000 раз вам говорил, блядь, усилки все в хп захуяльте. Вы должны тут просто жить. Мне надо минуты 3 нос капну. Да. Меняй талант, если нет. Иди меня, иди усилки все в хп захуяривай. Вы должны тут просто жить, то же самое холи па. Пускай Саку вкачает.
Вы ложитесь, блядь, и получается, что мы вайпаемся из-за этого. Не должно быть такого, даже если три моба. Может, заходит, это, блядь, поставить. Дело не в мобах, там еще были дебафы на нас. Может поставить на первую. Что? На первую, вторую платформу может плодинов поставить, чтобы сейвили хилов. Не, там нормально все. Будет. Все нормально. Там просто им надо просто жить. В принципе, все заебись, просто им надо жить. Сейчас просто два хила отвалилось, Мосса даже выжил. Слышишь? Ну, типа там лишний сейф. Есть бег у Холи Паладина такой, через протоветку. Сакру вкачать 20%, вот эту хуйню, которую. Ну, там говорю, туда можно просто поставить на первую, вторую, двух или двух протопалов. Будут... Все-таки КП там побольше закидывать. Пусть еще спек такой ебанет, у него будет деф, блять. Не надо никакого дефа, деф там и есть у меня. Ну так это один, это две минуты, когда атак будет у тебя, у Браски, да. И у него. Будет дохуище деф, хуй сдохнете. Бафа, вы тесы на них кидаете, нет? Да, там просто мосса на первой фазе умер. А. На первом что? Народ должен стоять ДК. Идеальный расклад был, но просто, все. Блять, у нас хилы, да, все. Если хилы не сдохнут на вот этой платформе, где мы стоим, там, блядь, все будет идеально. Типа, они должны переживать как минимум, блядь, 3 моба, максимум 4. Максимум 4. Да тут все усилки не помогут, ты чё?